Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня будем готовить очень вкусный и сытный праздничный салат ко дню влюбленных. Салат называется «Для тебя». Для салатика нам будут нужны такие продукты. 300 грамм куриной буженины, отварные овощи, картофель и морковь, 3 вареных яйца, 150 грамм твердого сыра, 2 маринованных огурца, 300 грамм маринованных грибов, зерна граната для украшения, и заправлять салатик будем майонезом. Сначала нам нужно сделать нарезку. Картофель нарезаем кубиками. Я вам советую овощи заранее отварить. Я вечером их всегда отвариваю, а потом утром готовлю салатик. Когда они уже остывшие, с холодильника их достаю. В общем, прекрасно нарезаются. Все готовится без суеты и быстро. Кубики среднего размера, слишком мелкие и не нужно резать. Куриную буженину мы тоже будем нарезать кубиками. Я советую вам брать качественные, так как от вкуса буженины зависит и вкус салата. Поэтому на этом не экономим, выбираем только качественные продукты. Если есть где-то сало, я его убираю. Ну не сало, а жир я имею в виду. Тоже, когда нарезаем ветчину, слишком мелко нарезать не нужно. Буженину можно заменить куриной ветчиной, тоже подойдет. Морковь натираем на мелкой терке. Теперь яйца нарезаем кубиками. У меня яйца домашние, привезла из села от родителей. Маринованные огурцы тоже нарезаем кубиками. Каждый гриб разрезаем на 4 части. Если очень маленький грибочек, разрезаем пополам. И все. Этот салатик будет не только вкусным, но еще и сытным. Твердый сыр у меня пластинками. Поэтому я буду нарезать его кубиками. Очень удобно. Теперь взяли красивую тарелку и начинаем формировать салатик. Первым слоем у нас отварной картофель. Вот почему я говорю сытный салат. Здесь и куриная ветчина, и картофель. Я люблю и легкие салатики, и сытные. Так. Значит, слегка картофель нужно посолить. Поперчить. И этот слой нужно хорошо смазать майонезом, чтобы салат не был сухим. Как всегда, я взяла пакетик, сделала дырочку, заправила майонезом домашним. Рецепт майонеза есть у меня на канале. Получается очень вкусно и натурально.
Советую вам приготовить. Кто еще не готовил? Есть. Дальше. Следующий слой у нас консервированные грибы. Плотненько придавливаем рукой их. Снова делаем сеточку с майонеза. Так. Теперь яйца. Делаем снова сеточку с майонеза. Теперь идет слой куриной ветчины. Часто ее покупаю, делаю даже с нее бутерброды, очень вкусная. Делаем сеточку сверху с майонеза. Следующий слой у нас маринованные огурцы. Теперь поверх огурцов делаем сетку с майонеза. Следующий слой у нас твердый сыр. Мы притрушиваем бока хорошо им. И также вверх будем. Ничего, потом поправимся. Теперь делаем сеточку с майонезом. А сбоку мы вот тоже покрываем майонезом. Теперь по центру майонезом нарисуем сердце. Вот. И это сердце мы сейчас натертой морковкой на мелкой терке сделаем. То есть берем морковку и выкладываем сердце. Не слишком тоненьким слоем. Так, ну сердечко мы уже сделали, да, ободок также я сделала, морковь осталась, не планировала, ну ничего. Теперь майонезом мы вот так красиво обведем сердечко, сделаем контур. Почему я назвала салат для тебя? Просто здесь все ингредиенты, которые любит мой муж. Поэтому я думаю, ему этот салат понравится. Сытный, вкусный. А главное, сделан с любовью.
Теперь мы зернышками граната вот так ставим. Сделаем очертания сердца. Я люблю не только вкусную пищу, но также еще и красивую. Вот нравится мне из простого салатика сделать красивую подачу. Порадуйте и вы своего мужа или любимого человека таким вкусным и красивым салатиком. Ну и последнее, что в День влюбленных можно написать на салатике. Конечно, любовь. Я напишу love, так как это слово короче. Вот такой красивый и, поверьте, не менее вкусный салатик у меня получился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!